Вопрос. Константин Натанович, как вы относитесь к внешнему управлению Украины со стороны Запада в связи с тяжелой ситуацией на фронте и большой коррупцией в стране? Вы знаете, внешнее управление нужно, когда, и примеров много, когда государственное управление рассыпается, исчезает, и граждане просто соглашаются на некоторые формы внешнего управления. В сегодняшних условиях предполагать, что граждане Украины, которые поддерживают свою власть, согласятся на внешнее управление, ну, маловероятно. Мы должны требовать от власти Украины выполнять обязательства, которые они взяли на себя.